Друзья мои, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Отличного настроения! И, как вы уже заметили, я очень уважаю минималистичные узоры, но лишь при одном условии, чтобы они себя крайне ярко и позитивно раскрывали в изделии. И на этот раз я нашла вот такой вот очень интересный рубиновый топ с, на мой взгляд, минималистичным ажурным узором и решила с вами разобрать его на этом мастер-классе. Возможно, цвет пряжи играет какую-то роль, я не спорю, мы будем разбирать из более светлой, такая пыльная роза. У нас в шарме вита катоне и раппорт составит 10 петель и 10 рядов в высоту. Сохраняйте это видео в своей копилке, уверена, оно вам пригодится в будущем. Переходим к мастер-классу. Итак, первый, второй, третий, четвертый ряды мы будем провязывать лицевыми, изнаночными, соответственно, нам нужно добиться эффекта лицевой глади. Итак, мы приступаем. Первый ряд у нас кромочная, лицевая, лицевая и лицевая до конца нашего первого ряда. Второй ряд у нас изнаночная. Друзья, я не буду отнимать у вас много времени, я провязала уже свои 4 ряда, у меня получилась лицевая гладь, и теперь мы переходим к основному ажурному узору. Он составит оставшиеся 6 рядов. Первая – кромочная, лицевая, лицевая, накид, лицевая, лицевая. Далее провязываем 3 петли вместе, вот таким вот способом, 2 петли вместе. Возвращаю получившуюся и делаю со следующей петлей вот такой вот перекид. Лицевая, лицевая, накид и лицевая. Это часть нашего раппорта. Повторяем. Лицевая, лицевая, накид, лицевая, лицевая, 3 петли вместе. Накид, ой, вернее, нет, здесь у нас еще 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Это пятый ряд. Шестой ряд мы провязываем полностью изнаночными, как и все наши четные ряды. Накиды также провязываем изнаночными. Седьмой ряд мы вяжем точно так же, как пятый. Снимаем кромочную, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 петли провязываем вместе вот таким способом. Наклон вправо у нас должен получиться. 2 лицевые далее следуют. Накид и 2. И 1 лицевая. Следующая часть раппорта. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. 3 петли вместе. Две лицевые, накид и 1 лицевая. До конца седьмого ряда. Восьмой ряд полностью провязываем изнаночными. Девятый ряд вяжем как пятый и седьмой.
И заключительный 10-й ряд мы провязываем полностью изнаночными. Друзья, наш узор готов. Был достаточно длинный рапорт, но я уверена, что вы досмотрели это видео до конца, сохранили его в своей копилке, поставили мне лайк, подписались на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, а также не забудьте перейти, пожалуйста, по ссылке на мой дзен-канал, там накопилось много интересных моделей для вязания. Я желаю вам отличного настроения и прощаюсь с вами до завтра.